Я коренной петербуржец, родился в Петербурге. Работаю я дворником уже 4 года. С жителями отношения у нас хорошие. Все-таки они видят, что мы стараемся, мы убираем это все. То есть мусора намного меньше становится. Есть такие случаи, когда подходят жильцы, вот, им что-то нужно помочь перетащить. Допустим, там от парадной к парадной там, или в контейнерную площадку. Вот мы помогаем им, да, и зато они тоже нам благодарны. Улыбкой это уже радует. Это не особо легкий труд. Тут нужны свои навыки, свой подход. Зимой работать сложнее. Зима непредсказуема. Бывает, что снега нету, бывает навалит так, что и пройти невозможно. Работу я менять не собираюсь, потому что это, в конце концов, мой район, Красногвардейский. Вот он мне нравится, потому что здесь вырос и зеленый, красивый район. Я хочу, чтобы он был чистый, и я буду стараться, чтобы он был чистый.